В новом выпуске программы «Компас ГИС. Туризм без багажа» мы расскажем вдохновляющую историю уроженца Самарской области, иконописца Григория Журавлева. Через какие трудности ему приходилось пройти ради совершенствования навыка? Он корневыми зубами держал и резцами, и немножко наискосок получалось, но зато тверже. Как Григорий самостоятельно расписал купол Троицкой церкви в Утевке. После этого все вообще думали, что он умрет. Кто хранит память об этом великом человеке и передает ее подрастающему поколению? Эта легенда нигде не записанная, не закрепленная. Это только рассказанная утевцами. Об этом расскажет тревел-блогер, основатель туристической компании и глэмпинга Виктория Галакова. Встречаемся на телеканале «Самара ГИС» 2 октября в 18:45.